Здравствуйте, зрители канала Криосан. Мы расскажем о нашем новом проекте по добыче сверхвысокого напряжения в 1 миллион вольт. Поделимся новостями и ответим на часто задаваемые вопросы. В последние несколько недель у нас активно ведутся разработки генератора сверхвысокого напряжения, способного вырабатывать 1 мегавольт. Это 1 миллион вольт, очень высокое напряжение. Он будет давать метровые разряды. То есть у нас по комнате будут летать примерно вот такие вот молнии. Но это будет не трансформатор Теслы. Работать он будет совершенно по другому принципу. Ионный насос. И напряжение вырабатывать не переменное, а постоянное, совершенно новыми и необычными свойствами. Вся трудность в том, что, скорее всего, никто не собирал до нас по такой схеме столь мощный генератор. И в интернете нам не удалось найти его описание и схемы. Его приходится разрабатывать самим, почти с нуля. Нам уже удалось добиться напряжения в 370 тысяч вольт. И это только с положительного полуплеча. Частенько во время работ с этим генератором меня довольно сильно било током. Было. Да. Но не все так просто. Требуется очень много транзисторов 13009. Они мощные, но этот генератор палит их как семечки. А еще не так-то просто защитить от мощных электромагнитных импульсов нашу вспомогательную технику. Но ничего страшного, наш спонсор готов покрыть все затраты взамен на рекламные вставки. Жаль, но иногда приходится рекламировать то, что мы б не хотели. Но надеюсь, что ты отнесешься к этому с пониманием. Ведь благодаря помощи мы можем снимать чаще, масштабнее и грандиознее. На днях один наш зритель подарил нам... Угадай, что же это могло быть? Да! Мечта сбылась! Это 30 тысяч петард и фейерверков! Я обещаю, что ни одна петардочка не пропадет зря. И мы их взорвем самыми необычными, безумными и экзотичными способами. Я готов это сделать. И ты все увидишь. Совсем скоро на нашем канале. А, кстати, если у тебя есть интересные идеи, и ты хочешь, чтобы мы их повторили, пиши в комментариях. Частые вопросы. Будут ли еще опыты с молниями? Да, конечно, будут. Так получилось, что грозы не было, и мы не смогли заснять, но мы обязательно заснимем в новом сезоне, по новой технологии. В отношении Запорожца хотел бы сказать, что за такие деньги мне не удалось найти что-то стоящее, и решили поднакопить денег на что-то более-менее надежное. В комментариях часто появляются вопросы по поводу наших соседей. Можете не переживать, у нас соседей больше нету. Если не верите, то я вам сейчас покажу. Но это не мы им устроили. По поводу техники безопасности. Нам наконец-то подарили огнетушитель. Давай взорвем его. Классная идея. Хорошо, взорвем его. В комментариях часто интересуются, кто это такой, откуда взялся и что делает на нашем канале. Меня зовут Никита. К цыганам никакого отношения не имею. Приехал из Казахстана в Луганск в гости к каналу Криосан для проведения совместных экспериментов. Если хочешь узнать обо мне больше, у меня есть свой канал на Ютубе. Ссылка на него в описании. Спонсор выпуска – сайт OK Safe. Регистрация на нем проводится через страничку ВКонтакте. Далее, открывая сейфы, можно выигрывать деньги и переводить их на свой счет Kiwi кошелька и Яндекс.Деньги. В каждом сейфе лежит определенная денежная сумма, и при удачном открывании сейфа она может достаться вам. Также сейчас на сайте OK Safe проходит конкурс на iPhone 7 Plus. Если хочешь попытать свою удачу, то ссылка на сайт oksafe.ru находится в описании.